не замерзнет, морозов не будет. Вот такая слива шикарная. Вот так цветет слива. А вот эта женьшень начинает. Женьшень. Корень женьшеня выкапывают, и вот это и есть. Вот еще какие тут весенние цветочки, не знаю, как они называются. Красота! Посмотрите, какая шикарная черемуха. Вся распустилась. А сегодня только 10 мая. 10 мая, все распустилось. Очень рано нынче. Вот такая красота. А пахнет. Привезли рассаду. Пойду сейчас садить. Вчера вот посадила помидоры. Сейчас сюда буду садить. А мы садим помидоры вместе с огурцами. И огурцы посадила. Грибовчанка. Зозуля. Там вон два воткнула, Стелла какая-то, не знаю. Я люблю зозулю. Вот так сажу, поливаю, ничего больше не делаю. И томаты сейчас буду дальше садить. И на этой стороне она у меня еще не посажена. Там у меня бутылочка с йодом. Всегда покупаю, ставлю. Ну, как бы бактерицидное действует. Там он, видите, начал брус уже что-то портится с этой стороны. Вот с этой стороны бутылочка йода. И стой, кто на веревку подвешивает? Я его так ставлю. Дерзаем. Прям вот такой огромный. Раз, два, и отцветут. Вот этот открылся. Вот такая красотень. И посмотрим, что распустилось, что не распустилось. Это купавка лесная, из леса я приносила. Ну, вот еще пару дней она распустится. Тюльпанчик, лилейник, дальше флоксы. Ну, еще день. Денек и распустятся маки. Декоративные, мелкие, красивые такие. Лилии улазят потихонечку. Ну и нынче я осталась без роз. Все-таки вот это у меня одна, вторая, ничего нет. Зима была очень теплая. Они были укрыты, не знаю, что где-то он хрен вылез. Наверное, выкопаю и выброшу, и нынче розы садить не буду. Тут у меня под однолетние цветы большая грядка. Посадила редиску, салат, шпинат, лук. Лук семейный. Вот такие у нас грядки. Ну и под картошку чуть меньше сотки. Кабачки. Тыквы, кабачки, фасоль там сажу. Кажется, чистый участок травы нет, но потом она как полезет, полезет. Мало не покажется. Просто как садим лук. Вот смотрите, какие грядки. Ровнёхонькие. Так, и что? Луку будет. Угу. Умотаться. Так, на три. А не нам. Так, что, луковку залу. И на грядку. Луковку залу. И на грядку. Вот такой метод посадки лука. Просто уже она такая длинная.
жарят, что-то варят. Но мы ее не обрезаем. Она у нас будет расти, 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 расти. Я потом вам покажу, во что она превратится и будет стеной.